Лев, ну только что закончилась короткая программа, и ты лидируешь после первого вида в финале юниорского гран-при. Можешь нам прокомментировать свой прокат? Ну, я считаю, что я прокатал довольно хорошо. По оценкам, это мой лучший результат в сезоне. До этого было только 84, и я очень довольна своим прокатом. Как ты сумел собраться на этот старт, чтобы вот так показать такой прокат? Я настраивался как обычно, никаких изменений не было. Ну, в течение сезона ты участвовал в многих турнирах наряду со взрослыми, это были разные турниры, и мне кажется, что это дало какой-то уверенности. Да, конечно, это помогло, и уверенности стало намного больше. Сложно было последним закрывать короткую программу и соревновательный день? Мне без разницы, какой у меня будет стартовый, я стараюсь собраться, катаясь любым. К концу сезона программа уже более накатана, ты уже их знаешь как будто до, все до мелочей. И можно сказать, что вот сейчас на этом старте ты вот раскрепостился, ты их откатал так, как вот, может быть, ты хотел на каком-то старте их показать. Да, я думаю, можно так сказать. Ну, мы желаем тебе успехов завтра. Спасибо.